Всем привет, друзья, канал Масалим. Проходим на Kia Rio. Мобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию 4 дверей. Делаем в программе Алим 3 слоя. Показываем по этапам, где какие слоя мы наносим. Подготовили поверхность, обезжирили. Нанесли первый слой микропласта, начинаем. 2 мм. Тщательно прокатали валиком. Второй слой наносим также вибропласт 2 мм. Третий заключительный слой мы наносим на дверные обшивки. Шумопоглотитель. Начинаем 15 мм. Такие слоя мы используем в данной программе. Поделим, соберем обшивки, проверим. Автомобиль готов. Ставьте свои комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!